Рынок, давай команду на огонь. Други, увага. Посіли, один снаряд в огонь. Сегодня тут интересней, завтра там. Прилеты везде бывают по нам. И интенсивность, что мы на Изюмский приехали, такая самая, как и тут была. Но тут видно, больше авиации у них работает, чем там. Там такого количества я не замечал. Ну, самолеты их не видно. По 8 штук я за минут 15 замечал, работали. Ну и пехота наступает. Нам дают цель, чтобы подавить наступ, мы открываем огонь. Пару кабанів швидким кинув. Если успокаивается, то на этом все. Если нет, то еще парочку надо кинуть, тогда успокоится. Ну, 2-3 штуки кидаем и отходят назад на свои позиции. Ну, мы знаем, там по давлению, либо по цели надо работать, что будет корректировка, подготовить побольше снарядов на цель. Ну, ежедневно пытаются прорываться. А некоторые там типа по стройкам попадают, а некоторые туда нито. И так станет орудие и штук 20 туда. Губ. Сколько максимально снарядов вы загрузили, выстрел? Максимально 89 в день. На каком направлении? Изюмск. Ну, видно, враг пёр, наверное. Когда в машину загружаем, то все мы работаем. Весь экипаж работает. По-моему, сейчас как раз война артиллерии идет. Колоссальная разница. Сейчас вы в каком году были в ИТО? 15. А то это не то, что сейчас. Я говорю, сейчас жестче. Это война. Наша бригада всегда воевала. Ну, ты же прекрасно помнишь 28 февраля, когда мы в Муратово потратили 465 боеприпасов артиллерийских под руководителем еще начальника артиллерии полковника Дубовика. В 19 году тоже это было. А Крымское, кажется, не пробивали. Когда тогда отошел 72-я или бригада, то есть они зашли на баню. Они пошли в наступление и не ожидали, что у нас вся артиллерия была на передке, что мы тогда вытратили по тем меркам 500 боеприпасов за сутки даже. Это я не считаю минометных, это я считаю только от 152-миллиметровых, что тогда 2С1 подняли по полной готовности. Сейчас просто это более масштабно. Ну, видишь, мы видим, что по нам тоже артиллерия работает в ответ без ограничений. Ураганами кроют пехоту. На контрбатарейно они очень часто становятся ураганами, россияне. Что сейчас именно идут артиллерийские дуэли. Конечно, прекрасно, что у нас есть разные иностранные артиллерийские системы. Но и мы воюем на том, что у нас есть. Противник штурмовыми группами, они работают по учебнику. Сначала огневый налет артиллерийский они совершают. Мы становимся на контрбатарейную. Мы сейчас изобрели новый вид застосования артиллерии, это снайперская война. Мы работаем одним-двумя орудиями и не по учебникам. Получается, расчеты настолько отточенно работают, что одним-двумя орудиями мы выполняем задания, которые мы должны были выполнять и батареи.